Весенние ласточки прилетают в Анапу уже несколько лет подряд. Сегодня гимнастки выступают с индивидуальной программой согласно возрастным группам и разрядам. Девочки показывают как простые элементы, так и сложные с использованием предметов, например, скакалки или обруча. Анапа представляет 30 спортсменок. Все они воспитанницы 10-й спортивной школы, единственной на курорте, где готовят гимнасток. Несмотря на серьезную конкуренцию, тренеры и организаторы возлагают на наших спортсменок большие надежды. Наши тренеры подготовили спортсменок на должном уровне. У нас девочки всегда завоевывают призовые места во всех возрастных категориях. У нас у 10-й спортивной школы есть 3 девочки с разрядом КМС. Вот на этих соревнованиях они могут его подтвердить, а могут и вовсе выполнить норматив мастера спорта. Для анапчанки Виолетты это уже не первое соревнование. Ей всего 8 лет, но она уже выступала с командой в городе Темрюк. Говорит, что к турниру готовились всей семьей. Мама мне помогает делать растяжку, тянуть колени. Все девочки танцуют, у них все красиво получается. И надо к тому тоже стремиться. Во второй день гимнастки выступят с групповой программой. Весенние ласточки – это своеобразный промежуточный экзамен. Здесь спортсменки могут достигнуть новых, более высоких результатов, либо подтвердить уже имеющиеся разряды, а тренеры отберут лучших для участия в краевых и всероссийских турнирах.